Впервые 10 лет назад в России стартовали большие пинбольные маневры. Сценарные или большие игры – разновидность пинбола. На этот раз на БПМ собралось рекордное количество участников, а это около 2500 человек. Тема игры является гражданская война. Конкретно в сценарии заложено одно из самых громких, таких эпических сражений гражданской войны – Орловско-Кромская операция, когда в 300 километрах от Москвы сошлись лучшие части Красной и Белой армии – ударная группа Красных и добровольческая армия Белых. В отличие от скоротечных спортивных пинбольных игр, большие маневры могут длиться от 12 и более часов и занимают площадь до 100 гектаров. Здесь используется и специальная техника – танки, бронемашины, минометы, дымовые шашки. Но все это только антураж. Сценарные игры, они подразумевают фронт, команды, тактику, штабы. В спортивном пинболе две команды, которые очень быстро играют на определенной площадке. И здесь, конечно же, в первую очередь динамика игры, скорострельность и, в принципе, видами оружия. История возникновения современного пинбола не ограничивается одной версией. Согласно же самой распространенной, эта игра возникла в конце 70-х годов прошлого века в Северной Америке. Рассказывают, что какие-то фермеры решили развлечься, использовать не по назначению пистолеты-маркеры, которыми метят скот на ранчо. Что касается нашей страны, то эта игра появилась в конце 90-х годов. Один из первых ее организаторов был Дмитрий Косоверб. В последние 10 лет командует маневрами. В пинбольных кругах известен под именем генерал Череп. Я в штабе, я командую всем этим движением, я организую эту игру, вот, и веду эти команды к выигрышу, к проигрышу, как получится. В честь десятилетнего юбилея БПМ организаторы повторяют тему самых первых маневров – Южный фронт. Грандиозное сражение лучших частей Красной и Белой армии под Орлом, определившее исход гражданской войны. В кадре мы видим, как отряд в синих повязках, представляющий Белую армию, активно перешли в атаку и таким образом заняли боевую позицию Красных. Целый год фанаты пинбола ждали этого грандиозного события под названием БПМ. Большие пинбольные маневры в России – это больше, чем игра. С мест боевых сражений для вас работали Адель Каримулин, Александр Логинов. Специально для программы «Метроном».